Что ты скажешь по поводу этого контракта? Ну, это мой первый опыт. Был момент, который вот, ну, мне он понравился. Он был такой необычный, именно такой командный. Когда мы все вместе пошли на завтрак перед тренировкой. Вот, да, это было круто. Хороший коллектив, особенности экстрим. Не у человека, который бы мне не нравился и очень сильно раздражал меня или выводил из себя. И бывают ситуации, но все хорошо. Для меня каким-то таким ярким переживанием было после шоу «Шервиди», когда я видела, как Ольга Ильина начала плакать. И для меня ощущение того, что для кого-то это настолько ценная деятельность, которая настолько вас задевает. А 12 человек, мы как маленькая семья. В большом составе это не так происходит, типа. Там другие отношения между всеми. Все хорошо, все вроде сплоченно, все отлично, все дружат между собой. Я думал, у нас будет больше разногласий, там больше крика. Каждый человек в нашей маленькой команде по-своему индивидуален и может чем-то себя характеризовать. Коллектив очень у нас дружный, очень хороший. Ребята в нем настолько все разные, но несмотря на то, что мы все разные, мы дополняем друг друга, и я думаю, это самое главное. Коллектив очень хороший. Сейчас повторяю, что не первый год работаю.